Единовременная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне составит по 75 тысяч рублей каждому ветерану и по 50 тысяч труженикам тыла. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений. Российский лидер напомнил, что к годовщине Победы единовременная выплата обычно составляет по 10 тысяч рублей ветеранам, а труженикам тыла по 5 тысяч. По словам президента, он сегодня думал об этом и пришел к мысли, что выделение такой помощи, связанной с 75-летием Победы, будет оправданным, и люди поймут этот шаг. Кроме того, ветераны Тверской области получат еще и региональную поддержку в размере 25 тысяч рублей. Мы приняли решение о выплате одновременно 25 тысяч рублей. И по приравненным категориям сейчас мы ведем работу. Там будет тоже от 5 до 15 тысяч рублей, в зависимости от категории ветеранов, дети войны, узники лагерей. Все эти решения будут приняты до конца текущего года. Это одно, наверное, из немногих действий, которые бы мы могли реализовать в качестве благодарности. Просто, так сказать, это, я думаю, ничто по сравнению с тем, что для нас сделали наши ветераны.